был ремонтик. После того, как сделали ТО, ТО сделали, МО. Что-то случилось с дисками. То есть они перестали работать. Не включаются, не выключаются, не выплевываются, не заплевываются. Вот, поехал к мастеру. Сказали, что якобы шестеренки были не синхронизированы. А потом якобы они слегка подточились. Ну, я сказал, давай вынем диски нафиг, да и все. И будем пользоваться айподом. Так, что тут у нас? Все нормальненько стоит. Потому что после любого ремонта того и гляди. Что тут, как тут стоит? Так, так. Так, так. Ну вот. И едем. Машина 2002 года. Пробег у нас 259 914 километров. Надежно работает практически все до момента, когда сюда начинают влезать посторонние силы. Вот. Как только этого не происходит, автомобиль работает. Как только начинаем что-то такое делать, после него надо доделывать то, что наделали ремонтники или обслуживающий персонал, так скажем. Да, в целом агрегат продолжает радовать. И я не хочу его менять ни на что другое. Я уже рассказывал, что заменил подвеску всю. Амортизаторы передние, задние, все это поднимается, опускается. Новье. Ямы, конечно, тут ужасные. Самое плохо, что в этой яме, вернее, под водой может быть яма с острыми краями. А ты тут разогнался или еще что-нибудь такое, то кто-то такая. Бах! В худшем случае погнул диск, в лучшем случае оделся испугом. Нигде машина не поржавела. И это очень хорошо. Значит, все работает. За исключением дисков. То есть они работают. Но, как сказал мне мастер, ну, могут там
какой-нибудь глюк выдать. Поэтому, чтобы такого не наблюдалось, я просто-напросто вынул диски, потому что у меня iPod играет также, да? И я буду пользоваться iPod-иком. Вот видите, какая яма, ё-моё, сюда добавь, опа, опа, и поехали. Да. Сейчас мы прокатнемся по городу нашему, по городку родному. Промчимся мы до дому. И вернемся к себе в норку. Наступает весна, снег, вы видите, тает. Кругом грязь. А в машинке очень хорошо. Та-ра-да-дам, та-ра-да-да-дам. Та-да-ри-та-та-да-та-да-там, та-да-ри-та-та-та-та-та. Полицейский. Лежачий. Машина поднимается, опускается, амортизаторы становятся в спортивный режим, в нормальный режим, обогрев, фары, шторки, все это тут присутствует. Который раз говорю, машина 2002 года, это ей уже 16 лет. Я ее эксплуатирую с 2007 года, это значит 11 лет. Все едет. В отличие от новых агрегатов. Вот на этой горке, вернее на спуске, когда выпал снег, естественно, почистить не успели, а снег, вот как вы видите, большой довольно-таки был. Машины
на том светофоре, побили друг друга хорошо. И никто не виноват, кроме самих пострадавших. Впереди набережная. Сбербанк России. Что-то тут мы стали. А кто-то выходит. Кто-то заходит. Вот она показалась, река Северский Донец. Мы здесь развернемся и поедем назад. Кстати, здесь все замерзло. Лед. Никакого ледохода нет. А выше за мостом есть. Ага, вот смотрите. Два одинаковых. Тарантаса. И одна хочет сюда ехать, другая туда. Ага. Поворот показывает. Ну кто вперед, кто вперед. Стоим в ожидании. Оба. Милый друг. Хорошо, что мы вместе. А ты плыви, моя лодка, плыви. А сердцу хочется ласковой песни. Ишь, хороший большой любви. Ну что, тут идем на ощупь ямки. Пока мы удачно прошли. Ничего не зацепил. Уходим. Вот такая вот езда на машине премиум класса. Преодолели лежащего полицейского.
и поехали. Плавность хода. Все это присутствует. Ускорение, когда надо, тоже присутствует. Стоило притормозить. Я когда только начинал заниматься автолюбительством, я занялся довольно-таки поздно. В 96-м году там мне было 42 года. До этого у отца был запорожец. И он как-то мне говорит: ну, сынок, давай за руль. Хотите верьте, хотите нет. Но за рулем запорожца мне никак не хотелось быть. Хотя это предлагалось. Первый раз в моей жизни. Сестра, которая помладше меня где-то лет на 5. Да, ой, дай я сяду. То есть, ну, уже тогда у меня не лежало сердце к тому, чтобы ездить на каких-то там таких вот сомнительных машинках, скажем. Хотя для советского времени, да, это нормально был автомобиль. Но... И вот какие у меня машины были, я стремился более лучшим вариантом. А почему я должен ездить на бизнес-классе, когда есть премиум класс? И чем эти люди лучше меня? Я всегда задавал себе такой вопрос и искал на них ответ. Хорошо, мне помог в этом деле спорт. Вот кто-то поднимает больше, там, раза в два, в три там больше тебя. А за счет чего? Смотришь, учишься, начинаешь так поступать и поднимаешь так же. Так точно и здесь. С той лишь разницей, что я, что эту машину вообще-то купили, купил какой-то там, по-моему, Газпром. И ездили. Ну, у них такие денежки, естественно, газовые. А я совсем на ином. На том, что по-другому несколько думал, чем все остальные. И по-другому у меня и получилось. Кстати, это одна машина у нас в городе, вот такая. И я ее не хочу никому продавать. А хочу ездить до тех пор, пока сам буду живой и пока эта машинка сама не скажет, что я уже готовая. Хочется узнать ее ресурс, впрочем, как и свой моторесурс. Для этого тоже приходится как в машину вкладывать в себя средства. Но в машину больше средства вкладываешь.
а вот в себя приходится вкладывать знания. Потому что если автослесаря в чем-то там напортачат, ну, к другим они там доделают, то собственным здоровьем они могут так напортачить, что потом будешь инвалидом и не до машинок будет. А так я еще хожу и соображаю. Так-с. Кто-то говорил, у меня гаража нету с поднимающимися воротами. Смотрите. И с поднимающимися, и с распахивающимися. Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался. В норку ставим. Опа! Заезжаем в гараж. В гараж мы заезжаем. Ну что? Да буду. Все. Право руля, капитан. Право руля. Шопка у нас что-то улезла во
уползла жопа почему-то. Ну, мы слишком сюда выдвинулись. Что тогда еще? Потычем ее. Или харе. Не надо делать, у тебя слишком уехала, но не пойму. Да? Надо тогда выехать. Давай, 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 еще, все. Не попали. Ну, сейчас будем пробовать. Тебе придется выйти. Ну, давай, выйдем. Что ж поделать? Сейчас, сейчас. Смотри, там этот. Да. Я смотрю, смотрю, там нормально. Давай, 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 давай. Еще, 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 все. А, теперь можно сделать еще вперед, просто я проеду. И еще разок развернуться. Смотри. Вот так, да? Не, еще равнее. Вот.